Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Я получил настоящий подарок по ссылку от Opana Games. Досматриваю видос до самого конца. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру «Симулятор автомобиля номер 2». Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видео. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь что подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий, и тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео и досматривать до самого конца, потому что он будет очень интересный, необычный, и в нем будет спрятано кодовое секретное слово, с помощью которого ты стопудово попадешь в видос. В общем, дорогие друзья, как могли понять, сегодняшнее утро у меня началось не так, как обычно. Сегодня я проснулся от того, что мне на электронную почту пришло сообщение, что вам был отправлен некий подарок. Да, дорогие друзья, я о нем, собственно говоря, не рассказывал вам, потому что я до конца не знал, придет он или нет. Но, в общем-то, буквально где-то неделю назад, когда у меня на канале исполнилось 100 тысяч подписчиков, ко мне, собственно говоря, во ВКонтакте отписался один человек, который якобы, собственно говоря, связан с Opana Games. И он решил меня поздравить. Собственно говоря, с этой цифрой. Я, кстати, в тот день получил очень много различных поздравлений, и мне было приятно. И тут этот, собственно говоря, человек говорит мне о том, что мы, собственно говоря, от лица компании Opana Games хотим вам отправить некий подарочек по почте. Я сначала подумал, что это какой-то фейк, но когда он сказал, что можно выбрать нейтральный, собственно говоря, адрес, то есть сделать так, что посылка придет как Боксбери, то есть прийти надо будет просто на определенный участок и назвать код, то есть там даже без какого-либо. И я сказал, согласился, потому что, в принципе, терять особо нечего, никаких, собственно говоря, особо данных я не предоставляю, там особо ничего не нужно было, и я сказал окей. И я ждал, собственно говоря, все это время. И тут мне на почту приходит уже с письмо, что, собственно говоря, посылочка ждет меня на почте. Ну и я сразу же пошел, думал, что там может быть. Посылка весила около где-то 200 грамм. Как по мне, казалось, что она очень легкая. И, собственно говоря, там ничего нету, потому что, ну, обычно коробки должны быть больше. Но все-таки, ребят, посылка пришла. И сейчас вы увидите, собственно говоря, ее распаковку. Точнее, большую коробку я снял именно в самом отделении, чтобы удостовериться там, что это или нет. Потому что, как обычно знаете, в посылках, в отделениях нужно вскрывать, собственно говоря, коробку, чтобы удостовериться, что там все нормально. И поэтому самой внешней коробки у меня не осталось, только уже сама подарочная, которая безумно легкая и очень простая. На самом деле я был в шоке, и сейчас вы увидите, как все это происходило, собственно говоря, на камеру. Вот, дорогие друзья, вот такая вот коробочка мне пришла, собственно говоря, на которой уже, если мы ее будем разглядывать, можно заметить, что написано Opana Games. Вот такой вот встречает логотип нашей любимой компании прямо сверху. И, собственно говоря, по бокам также написано Opana Games. Сбоку у нас по-замечательному тоже написано Car Simulator, естественно. То есть, любимая, собственно говоря, наша игра, по которой, собственно говоря, видео вообще, и по которой я снимаю. И тут тоже также, как можете увидеть, Car Симулятор. Окей, отличненько, прикольненькая коробочка, не особо большая, то есть где-то, блин, ну как с ладошку получается. И вот давайте попробуем ее раскрывать. Я, честно говоря, не пойму, как она открывается, но чувствую, что где-то тут она может открыться. И опа, ребятушки, то есть посмотрите, с этой стороны нас тоже встречает вот такой вот логотип Car Simulator 2, то есть они его поместили в абсолютно везде, блин, это круто и замечательно. И тут встречает нас бумажка поздравительная. Так, давайте посмотрим, окей, она, и опа-на! Я не особо аккуратно открыл, но там, дорогие друзья, лежала вот такая вот Bugatti Veyron. Собственно говоря, очень клево смотрится, и, ё-моё, это реально хорошая машинка. И, блин, ее можно отсюда вытащить, если открутить вот эти штучки. Блин, а у меня с собой нету, собственно говоря, никаких определенно, собственно говоря, отверток, чтобы это сделать. Но, ребята, просто взгляните на то, что, блин, положили. Это на самом деле очень клевая тачка. Я не знаю, почему они положили именно ее, но давайте
попробуем прочитать вот это сообщение, собственно говоря, в котором, собственно говоря, самая информация. Так, и тут у нас вот так, благодарственное письмо. Личи, от лица Open Games мы хотим отблагодарить вас за то, что вы снимаете нашу замечательную игру «Симулятор автомобиля 2». И в честь этого мы дарим вам мини-копию знаменитой машины, которая стала лицом нашей игры. Bugatti Chiron в размере 1:34, да, на натуре 1:34, ё-моё, вот это крутецкий, отличненько. Данный месяц очень значим для нас, мы уверены, что продолжим радовать наших игроков новыми обновлениями уже в этом месяце. С любовью, Opona Games. Блин, дорогие друзья, довольно-таки круто все это смотрится, на самом деле я... очень счастлив, что мне попался вот такой вот подарочный набор от Open Eye Games. Это очень клево звучит и смотрится очень круто. Хотя он такой более бюджетный. Если смотреть на коробку, то она похожа на коробку от Big Mac. Как будто, но в любом случае, блин, это в любом случае топ. Просто посмотрите на вот эту коробочку, на то, что в ней, собственно говоря, есть. Собственно говоря, Bugatti Chiron и вот такие вот, собственно говоря, прокламации. Блин, ребята, ну в любом случае, это клевый набор. Я эту машину абсолютно по-любому оставлю себе на память. Буду, собственно говоря, с ней, собственно говоря, наверное, играть. Или просто поставлю на полочку. Скорее всего, конечно, поставлю на полочку. Но, ё-моё, как же приятно смотреть на то, что кар-симулятор везде. Open Eye Games, блин, это реально круто и, на самом деле, зачетно. И довольно-таки супер интересно. Поэтому продолжайте смотреть ролик. Вот такая вот распаковочка, в которой была коробка Bugatti Chiron. И, собственно говоря, вот такое вот благодарственное письмо. Блин, на самом деле, крутой набор. Я, на самом деле, рад. Очень клево, безумно. Ну и на этом, в принципе, все, дорогие друзья. Хочу сказать, что после раскрытия этой упаковки я безумно остался рад данному событию, что мне буквально, собственно говоря, с легкостью и так вот в подарок достался такой вот подарочный набор на 100 тысяч подписчиков. Конечно, это не кнопка Ютуба, но в любом случае безумно приятно, что какой-то человек от лица компании Open Eye Games, я не знаю, насколько он, собственно говоря, имеет отношение, потому что это были не те разработчики, которые в группе, а какой-то другой человек, который попросил вообще не показывать ни его страницу, нигде его не палить, потому что, ну, вообще не нужно. И вот так вот, дорогие друзья. Поэтому я считаю, в любом случае, круто. Теперь будем ждать кнопочку Ютуба, галочку получили, и будем ждать новую посылку от Google. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Я надеюсь, вам видос понравился безумно. Если да, то покажите это своим лайком. Пишите в комментарии, собственно говоря, кодовое слово 50%. Все, кто напишет слово 50%, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. Подписывайтесь, давайте добивать 101 тысячу подписчиков и будьте самыми крутыми. Всем до скорых встреч!